Здравствуйте. Сегодня я покажу вам свои богатства. Вот у меня сын любит конфетки кушать такие. Они в таких коробочках очень удобных приходят. Потом все брошки пахнут конфетами. Вот я сделала брошки. У нас сейчас начался клубничный сезон. И я в него активно включилась. Клубничный сезон, в смысле клубники настоящей. Она, правда, стоит у нас от $15 начала, сейчас $10 стоит килограмм. Но клубника уже есть, и скоро она будет еще дешевле. И вот я сделала такие клубнички, уже немножко даже в Инстаграм их показала. Обещала мастер-класс и увлеклась своими розами, и как-то упустила клубничный момент. Теперь вот клубнички тоже такие... Все такие 3D объемные получились. Вот такая клубничка. Потом вот эта клубничка вот на длинной веточке. Видите, у нее застежка вот здесь. Такая вот красивая на куда-то на наружную одежду, да, там на пальто, на куртку. Потому что она очень крупная и именно хорошо будет смотреться на какой-то такой плотной одежде. Эта клубничка полегче. Есть совсем простая клубничка, и была еще одна клубничка, и я ее уже подарила. Поэтому еще одну покажу вам просто на фотографии, в конце вы ее увидите. Мастер-класс могу сделать, если хотите, и даже, скорее всего, сделаю, потому что брошек, в принципе, клубничек у меня уже много, я уже им присытилась. Но если вы хотите опять мини-сериал, как розу, я сделаю с удовольствием даже. Открыла плейлист «Мини-сериалы». И теперь все мастер-классы такие немножко длинные, потому что такую брошь нельзя вышить за 20 минут. А я стараюсь, чтобы мои фильмы были не больше 20 минут, а то и меньше. Я показываю в нескольких сериях. И девочки мне сказали, смотрим сериал. Поэтому я решила открыть плейлист «Мастер-класс в мини-сериале». Кому интересно, зайдите, там есть роза. И я туда же помещу мастер-класс по своей овечке. Первый мой мастер-класс, он очень длинный, и он точно заслуживает быть сериалом. Поэтому, девочки, если вы хотите еще раз, я могу показать только какие-то отдельные части этих клубничек, как я делаю. Например, как я делаю бутончик, как я соединяю вот так эту клубничку. Могу показать от начала до конца. Скажите, какая клубничка вас интересует? Номер 1, номер 2, номер 3 или номер 4, которая будет в видео, в фотографиях еще. Ну, а я с вами прощаюсь. Вкусного настроения, хороших идей, чтобы у вас все получалось. И до следующих встреч. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Бай-бай. Упаковываю брошку для подружки. Сделала вот такой на подарочную коробочку. Клубничку. Кладу туда черненькую бумажку, тишу, вот так, клубничку. Так как эта брошка не должна далеко ехать, я ее руками буду вручать, так будет нормально. Вот так, и закрываю крышечкой. Завязываю. Получается клубничный черенок. Веночек такой клубничный. Вот такая клубничка получилась у меня для моей подружки.